А вы любите американское кино? Ну, какое-то да, да. Ну, а вот если бы вам надо было достаточно лаконично описать разницу между отечественным кинематографом и Голливудом, в чем плюсы и минусы вот этих двух школ и, в общем, двух совершенно разных подходов к работе? А, ну, вот у них какая-то удивительная, вот то, что я слышала, да, то, что они учат, не надо ничего играть. Угу. Вот лично мое мнение, мне очень нравится быть разной, и мне нравится меняться. Угу. Хотя, да, там масса примеров блистательных артистов, которые всю жизнь несут одну краску, угу. Одна история, но они настолько интересны сами по себе, что ты за ними смотришь, да, и все. Угу. Но мне почему-то хочется вот всегда перевоплощаться прям вот от одной крайности до другой. Допустим, угу. Летом я снималась у Ольги Субботиной, я играла галеристку, светскую львицу такую, угу. Да, но в то же время, которая страдает, любит. В другой картине, которую уже показали недавно по каналу «Россия», там, где ты, режиссер Карине Фолианс, я играла деревенскую, простую женщину, которая говорит, да я и кремом-то никогда не мазалась, не знаю, что такое маникюр. Мне кажется, эти слова было немножко смешно, ну, про себя говорить. Вот. Но и там я играла еще приемную маму, я была глухонемой девочкой, я учила язык глухонемых. Ага. Да, я сама придумала, то есть Карина меня не хотела на эту роль, она мне предложила другую роль, такой тоже деловой, светской, я говорю, нет. Вот, я прям прочитала сценарий, я говорю, хочу эту, предложила, что я буду с косой. У меня есть коса длинная, которая вот бабушкина, с которой я уже играла не один спектакль. Да, я принесла эту косу на пробы, и меня утвердили, и я сыграла вот эту роль. То есть вы такая актриса, которая не подкладываетесь под режиссера и готова с режиссером дискутировать и как-то да, я готова что-то предлагать и что-то отстаивать, да. И, ну, мне кажется, это правильно. Но я не, если я понимаю, что это категорически нет, я никогда не пойду на конфликт и не буду спорить, потому что есть разные профессии. Есть режиссер, есть актриса. Угу. Если я понимаю, что режиссер талантливый, то я, ну, никогда не... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».